В Германии разыскивают 4 марокканцев, которые готовили атаку на аэропорты в Рождество. Об этом сообщает немецкая пресса. Информацию о личностях предполагаемых террористов немцам передала марокканская разведка. 2 из подозреваемых, отца и сына, уже успели заметить в парижском аэропорту Шарля де Голля. Они фотографировали терминалы и основное здание. Спустя несколько дней они же делали снимки в воздушной гавани немецкого Штутгарта, после чего меры безопасности во всех крупных аэропортах Германии были усилены.